Toby. Открывай, открывай. Я всем очень рад, Тань, но это идите сюда. Я? Да, вы. А почему я? Ну, потому что это вот вам. Спасибо. Это по-студенчески. Красиво. Вот. Это вот тебе. Вот. Такой пушистый. А кто такой? Заяц? Разве это заяц? Сейчас я, Василий, в карман полазит, что-нибудь вам найду. Да не надо. Вы сегодня как Дед Мороз? Вроде брился вчера. Нет, всем подарки издаются. Я вас всех люблю. Я очень редко вижу всех, а некоторых так редко, что ваше сердце падает. Выгреетесь. Открыто. Здравствуйте. Здравствуйте. Началось колхозное. А мороженое есть? Конечно. А как же? Без мороженого. Давай. Ух, вы уже здесь? Привет. Ой, видите, какой большущий стал. Давно школьник скоро будет. Новый год, что тебе? Со всеми и со всеми праздниками сразу. Мам, я сегодня здесь. Вообще пропали. Пропали. Ну, наконец-то вы телевизор купили. Наконец-то. Когда не было. Куда не было. Лучше всех. Как всегда. Лучше Ольга, какая ты взрослый стал, Ой. И главное, плюх сюда. С родным месте. Откуда? Из какого была? Она из Нью-Хэмпшира, но сейчас вот где-то там под Бостоном она трудится. В MIT или нет? Понятно. А какая школа? В какой школе? А... То есть в каком университете? Вот не знаю точно. Вроде бы в Массачусетсе, а вот где конкретно? Ну, тогда и MIT. Я знаю, там... Там полно, Тань, там полно. Хустер Политехник Институт там такой есть. Есть да. Такой? Вот. Вот у нее руководитель, руководитель у нее оттуда. Большие в Бостоне это MIT и Boston University. Но они очень... Ну, туда очень сложно попасть. Да. Она бакалавр сама по, значит, степени, у нее пока только бакалавр. Но я даже еще и не бакалавр. Ну, я уже второй год только. Понятно. Но она занимается в основном вот компьютер сайенс, она не занимается, собственно, уравнениями. Она мало что понимает в уравнениях. Понятно. А у вас там и компьютер сайенс есть, что ли? Да есть. У нас все тут есть. А я когда в школу ходил, у нас там... Ничего даже в этой области не было. Нет. Вот теперь наша кафедра моя называется математики и суперкомпьютерного моделирования. Вот у нас Хьюлит-Паккард будет в этом году ставить суперкомпьютер здесь, в Пензе, в нашем университете. Так что вот мы этим занимаемся. Класс. Вот. Это все как часть какого института? Это политех? Да, или... политех. Политех? Okay. ПГУ сейчас. А ты папа работал, да? Папа, ты там работал, что ли? Ну да. Конечно. Слушай, пусть тебя Хьюлит-Паккард наймет и пошлет в Пензу. Что-что, не понял? Пусть тебя Хьюлит-Паккард наймет и пошлет в Пензу. Да. Это вы с Хьюлит-Паккард работаете вместе? Вы партнерс? Ну да. Партнеры. Ну как партнеры? Они ставят здесь оборудование, а мы будем решать задачи на этом оборудовании. А они будут двигать науку вперед с помощью этого оборудования. Да. Я знаю кого-то, кто работает с Хьюлит-Паккард, только он, наверное,
ничего с вашим департаментом не имеет, ну, никаких дел не имеет, но работа. Но он не русский, американец. Он американец, да. Понятно. Я даже не знал, что есть, что у вас русская как бы часть юдо. Конечно, есть в Москве, да. Окей. А вообще, okay. Я... мне надо идти уже. Да, я... давай, счастливо. Ну, я очень рад был тебя видеть. Не видел тебя много-много лет. Сказать здравствуйте. Да. Давай, счастливо. Счастливо. До свидания. Пока, удачи вам. Тебе, удачного дня. Угу. До свидания. Костя, дашь палку? А что это вы тут делаете? Делим конфеты. По счету? Да. Ошибись. Вот. Мама, ты что шьешь? Доллары зашила. Смех. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Так, одна килограмм мне, килограмм Вовке. Что-то у меня меньше. Пересчитывайте. Little bitty baby, so far away, we hope that you can come home soon. When we're not together now or ever, always remember I love you. Little bitty baby, so far away, we hope that you can come home soon. When we're not together now or ever, always remember.